Немецкая компания «Винтерсхалл» вот уже более полувека добывает нефть в Ливии. До начала волнений объемы добычи достигали 100 тысяч баррелей в день. Однако гражданская война, которая началась в 2011 году, привела к почти полной остановке производства нефти. С октября 2011 года «Винтерсхалл» возобновила добычу. Однако выйти на прежние объемы непросто. Доля Ливии в производстве нефти в Африке значительно упала. В 2011 году в Ливии было добыто более 22 миллионов тонн нефти. Это в 4 раза меньше, чем годом ранее. А Египет и Алжир произвели больше нефти, чем Ливия. Ангола с ее 85 миллионами баррелей занимает второе место. А самой крупной в Африке страной-производителем нефти остается Нигерия – почти 120 миллионов тонн нефти. Но в центре внимания международных компаний находится сейчас именно Ангола. Гигантские нефтяные залежи привлекли сюда британскую BP, Total из Франции, а также многих производителей из Китая. Для Пекина Ангола стала важнейшим поставщиком черного золота. В столице страны, Луанде, китайцы активно участвуют в строительном буме, который Ангола может себе позволить благодаря притоку нефтедолларов.